Всем привет, дорогие друзья! С вами Нота, это клуб настольных игр, мир в коробке, боже мой, в покупке, да? Но тем не менее, сегодня у нас распаковка блатной гуманитарочки. Нет, это помощь от Юлии США, и это необычные посылки, а это даже была вскрыта. То есть здесь вот идет такой вот надрез, видите, даже нож уходит вглубь, ее вскрывали по дороге. Почему? Вот это весит килограмм 30, вот это килограмм 20, но вскрывали эту, хотя здесь, скорее всего, самое интересное. Давайте же мы узнаем, что самое интересное. Ну, помимо того, что это коробки с ушками, с моими любимыми. А, это было больно. Но в этих коробках лежит то, что я просил целый год у разных людей. Нет, здесь лежит что-то другое. Воу, целая гора всего. И мы начинаем. Golden and Wireless Mini USB адаптер. Wi-Fi адаптер. Неожиданно. Бусинки раз, бусинки два, бусинки три, бусинки четыре. Ух ты, новый тип бусинок. Это как большие, только маленькие. Ну, это действительно Samsung, который поедет на Люботин уже сразу. Вместе с ним на Люботин отправится Race to the гонки за сокровищами. Каркасон, спасибо огромное, я свои раздал под ноль. Дальше у нас есть, как на шапочке, неплохая настолка. Мои любимые кубики историй, куда же без них. Добли, новый добль, добрые звездные войны, никому не отдам ее. Вот, на самом деле, два добля с рыбками, вот это прикольная тема, тоже одно едет на Люботин. Дальше, Jungle Speed, лучшая настолка в мире, парам-пам-пам. Шопкинс, стопы! Я это не потяну, надеюсь, дети знают, как в это играть. Дальше, карпуша, которую я ждал, причем это не какая-то непростая карпуша. Там внутри что-то еще лежит, что ли? Не. Ну, как-то вздутая коробка показалась, значит. Дальше у нас Хали-Гали, просто бессмертная игра оказалась. Еще один споттед. Набор веревочек крутых, мне нравится. Еще и, смотрите, по бокам, это была ручечка вот такая милая. Набор гигантских бусинок. Дальше. Головоломка. Rivers, Roads and Rails. Не знаю, что-то новое для меня, но она где-то у меня уже такая была. Но я не помню, про что она. И тут уже виднеется самое вкусное, что здесь есть, но тем не менее. Это я не знаю, что за игра. Это что-то новое для меня. Тили Полка До. В общем, вот эта посылка... Не моя, эта коробка не моя, она занимает третья очка. Heroes of Barcadia. Это настольная игра, пародия на подземелье дракона, где мы будем наполнять стакан алкоголем, бороться с монстрами, если нас ударит, то мы будем пить его, да? Мне нельзя, но тем не менее, это заказывал мой друг, а деньги, которые были потрачены на его покупку, он сразу и еще сверху с чем-то задонатит на бензин на поездку к детям, чтобы отвезти что? Верно, чтобы отвезти елки-палки. Ноутбуки. Здесь пришли энное количество ноутбуков, пока еще не знаю. Вот такой ThinkPad Lenovo. Вау. Не знаю, новые они не новые. Intel Celeron. Но выглядит футуристично. Да? Что-то такое прикольное. Что-то для меня родом из детства. Но вот такая массивная штука на самом деле. А, здесь даже какая-то бумажка приклеена. Ага. Too bad. Короче, что-то тут написано. Какие-то пароли, какие-то явки. Едем дальше. Hewlett Packard. Ху-ху-ху. Не знаю, что это, когда, почему, но весит он, конечно, прилично. Сейчас. Во! Тоже тут что-то написано. Но выглядит круто. Едем дальше. Так, нет. Надо по краям ставить. Два блинка тоже поедут в область. Еще один IQ-тест. Еще одна головоломка. Так, каким-то образом она умудрилась рассыпаться вообще в шоке. И вместе с бусинками надо не потерять. Это самое главное теперь. Так, пакет. Попыта головоломки. Без этого никуда. Блоки питания. Три штуки. Там есть еще один ноутбук. Ёлки-палки. Ой, маленькое зеркальце. Только недавно искал такое, чтобы телефоном залить подоконник. Деловский ноутбук, воу! Ну, на самом деле, прям вау. Мне нравится. Надо будет купить такой наклейки, но выглядит круто. Тут еще какая-то кнопочка сбоку есть хитрая, что-то здесь съемное. Вот, здорово, очень круто. Так,
Поп-ит раз. Мега поп-ит сумочка единорог два. Поп-ит джойстик. А, это я себе хочу. А, заливалка тыквочек. Где она была месяц назад? Так, и еще два попыта. Это распаковка первой коробки, а во втором видео будет вторая коробка.